23 июня в Тихвине состоялось торжественное открытие второго в Ленинградской области МФЦ для бизнеса. Первый бизнес-офис МФЦ открылся во Всеволожском районе. До конца года в регионе появится еще 3 специализированных многофункциональных центра для бизнеса. Услуги бизнес-офиса «Тихвинский» также будут доступны бизнесменам близлежащих районов Ленинградской области. В 5 окнах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут оказываться около 140 специализированных услуг, в их числе открытие расчетного счета, изготовление карты водителя цифрового тахографа, регистрация на портале бизнес-навигатора МСП, лизинг оборудования и многое другое. Здесь коллеги будут готовы оказать полный спектр консультационных услуг, прорисовать все необходимые шаги, которые необходимо предпринять, для того, чтобы максимально эффективно там новый бизнес мог быть запущен. Здесь же будут приниматься заявления на меры финансовой поддержки, на кредитование, уже с несколькими банками у нас взаимодействие организовано, на меры поддержки, оказываемые по линии комитета по малому бизнесу. И целый ряд других услуг, которые в настоящее время в обычных окнах МФЦ не предоставляются. Поэтому действительно история очень важная. Я очень надеюсь, что мы не остановимся, верю и знаю, что мы не остановимся, конечно, на тех 5 пилотных локациях, которые мы делаем в этом году. Мы определенно совершенно будем идти дальше и, по крайней мере, в точках, где такие услуги будут востребованы, будем прорабатывать дальше возможность развития этой сети именно центров для бизнеса. Глава Тихвинского района Александр Лазаревич отметил, что Тихвин с удовольствием будет пользоваться услугами, предоставляемыми в бизнес-окне. Проект очень-очень интересный. Я думаю, хочу сказать, что в добрый путь, значит, и давайте мы вместе не страшиться на самом деле, обращаться, пользоваться. И я думаю, что завтра нам будет даже страшно представить, что этого не было вчера. Поэтому давайте начнем работать. После состоялась экскурсия. На начальном этапе за стойкой ресепшена сотрудники МФЦ с посетителем определяют цель его визита, после чего выдают талон. Далее по напольной или потолочной навигации можно легко найти бизнес-офис. Там уже клиента ждет консультация. Первую услугу в бизнес-офисе Тихвинский получил Андрей Мельников, индивидуальный предприниматель. С его слов, на все вопросы он получил доступные и развернутые ответы. Качество работы нового офиса Андрей оценивает на отлично.